Вы на канале Настюшек. В предыдущем видео я писала Деду Морозу письмо. И он мне подарил вот такую коллекцию лов. 12 штук. И я соберу всю коллекцию. Смотрите, вы еще не видели это видео, там где мы открывали эту куколку-подсменку. Кукусики, бабусики. Кто не смотрел, как меня распаковывали, переходи по ссылочке, обязательно посмотри. Тут, ребята, вы не заметили, что я накрасана? Накрашена? Да, это моя мама меня накрасила. Настюшка, ты у нас сегодня принцесса, да. Анна. Да, тени я выбираю сама, а мама мне говорит, какие тени выбираешь. А я выбрала вот такие фиолетовые и такие точки голубые. Ну что, Настюшка, у тебя такая большая коллекция LOL Glitter. Да, я даже не знала, какой мне выбрать. С кого ты начнешь? Вот малышка будет выбирать. Малышка? Да. Ой, ребята, а вы видели вот эти две куколки? Это из золотой коллекции. Из золотого, да, шарика. Уже большого. Куколки, да. Две было. Да. Да. И два три. Пупсика. Да, да. Вот уже у меня три пополнились. Угу. Ну что, Настюшка, давай выбирать. Маленькая пупсичка. Ну давай. Какой мне выбрать? Мама! Мамуля, какой мне выбрать шарик? Ну, расскажи какой-нибудь стишок. Считалочку, например. Эники, Беники, Рики, Такики, Элс, Белс, Кири, Бакики, Элс, Белс, Киса, Белс, Бас. Вот это, кстати. Ура! Вот эти давайте я вот так расскажу, чтобы я смогла распаковывать. Друзья, всем привет! Я из коллекции Глиттер, и Настюшка меня выбрала. Ура! Жми лайк, если тебе нравится куколки LOL Glitter. Лови, Настюшка. Ребята, давайте я вам расскажу про этот шарик. Расскажи. На каждых первых слоев есть замочек с сердечком, а уже потом с звездочком. Ну что, давайте открывать. Давай. Ой, ребята, тут кто-то спрятался. Ой, смотрите, маленькая пупсичка. Настюшка, так это у тебя самый эксклюзивный пупсик. Да, там так сердечко. Значит, оно самое-самое эксклюзивное. Да то есть я, вы не видели мою маму? Если вам попадалась ее мама, то давайте мы отменяемся. Я свой повторю вам, а вы свой повторю мне. Да? Ну вот и договорились. Да. Открываем замочек. Открываем замочек! Ура! Открываем? Да. Подсказка есть? Должна быть. Я должна открыть замочек. Бомбшель! Какой-то бомбшель. Ого! Бомба! Нам сейчас какая-то попадется бомба. Глиттер-бомба. Блестящая бомба какая-то. Когда какая-то блестящая бомба. Вы знаете, у меня такой есть секрет. У меня такой от вас секрет. Какой зайчик? Я очень люблю открывать замочки. Я каждый день прошу. Мамочка, мамочка, пожалуйста. Давай откроем лол, давай снимем видео, пожалуйста. Да-да, мама, это правда. Тут у нас ничего нет. Не было, а вы вот там, где у одного канала, что там должен быть нарядик под люком, под подделки, а нет, нет наряда. Ну, в одном канале я видела. Ножницы нет. Так, первое у нас бутылочка. Новая куколка. Ой, прям как мои ногти. А нет, она почти блестит. Ам.
после этого ролика мы снимем Пэтси. Мне, кстати, коробка Пэтси. Друзья, кто еще не смотрел Настюшкины Пэтси, переходите обязательно сюда по ссылочке и вот смотрите. Вон да, у нас целая коробка Пэтси. Да, целая коробка. Под елкой. Тут нам получатся башмачки, да? Ну открывай сразу, открывай. Давай будем смотреть. Пакетики совсем другие, да, Дудь? Да, они шелестят и блестящие. О, какие красивые туфельки с белыми носочками. Последний слой. Смотрите, последний какие. Последний слой, ребята. Ура, последний слой. Ой, под люком что-то. Плачь. Так, я вам не показала туфельки. Классные. А где платье? Смотрите, какое красивое. Ого! Какой... А, шортики и кофточка. Все в блестках. Я буду тут спать. Вот это красота! Блестки, конечно, немножко осыпаются, но ничего. Мы их сбрызнем лаком и... Аксессуар, красные очки, класс. Это на куколка, она хочется, выпустите меня, help me, help me. Так она на охранке. Сами уже знаете, откуда эти наряды. Ого, ребята. Вот она. Самая крутая, вот это на этикетке нам попалась, да? Вот такая. Зайчка, как ее зовут? Ее зовут Роскошь. Приветики! Ее зовут Роскошь. Давай ее будем одевать. Да, я ее тут. Ой, глазки все в блестках, ой. Настюша, прям как ты. Ты у нас сегодня тоже в блестках. Помогите мне. Да, ребята, как вам живется без этих всех видео? Вот нам интересно. Да, ребята, как вам живется без этих всех видео? Вот нам интересно. Да, про, ну, у Ютуба новые правила. Напишите в комментариях. Да, то нам очень интересно. Так, и последние. Очки. Очки. Очки не надо. Ребята, встречайте, мисс Бомба. Всем приветики, я мисс Бомба. Я выгляжу без очков. Так, я выгляжу. Голосуйте за меня. Да-да. Я уже устал. Пора спать. Иди спать на все. А можно я здесь посплю? О, моя шапка! Что ты делаешь? Брови оторвешь. Я очень устал. У меня еще куча подарков. Ну, подождите. Смотрите, какого у него цвета волосы. Вот тут черные и лысина. А тут нет лысины, а тут пушисто и розовое. Очень шикарная прическа. Костюм прям вообще все блестит. Ой, ребята, у меня даже глаза блестят. Красные туфельки красивые. С белыми носочками. Очки. Шортики. Бутылочка. Короче, ребята, если вам понравилось, я, да, вот я, то поставьте, пожалуйста, лайк.
Ты одна? Ой, у меня, кажется, одна бровь. Ты где моя бровь? Где бровь? Да, наверное, под прической. Да, точно. Ну что, тебе нравится? Очень. Золотая коллекция. Очень. Ребята, кому понравилось это видео, поставьте мне лайк-лайк. Пока-пока. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Да-да. Потому что мы будем смотреть все вот эти распаковки. Да. А сейчас мы будем открывать с Настюшкой. Лол. Пэк.